Надеюсь, вы все поняли, что то собеседование было не просто беседой. Это был тест. Проверка характера. То, на что я рассчитывал, это увидеть, как вы, зубрилы, отреагируете, столкнувшись с невыполнимым заданием. Кто готов бросить вызов? Кто из вас сможет удивить меня? Вообще-то дело Кобаяши против штата Теннесси существует. Да, вот так удивление. Нет, я придумал его. Кобаяши — это не настоящее имя. Это ссылка на вымышленный... Да, Star Trek, 85 миллионов сборов. Задроты правят миром. Ага-ага. Вы двое создали дело Кобаяши против Теннесси? Мы перепрограммировали сценарий, как Джим Кёрк. Мы подали дело от имени Чарли Кобаяши из города Хикори, штат Теннесси. Городу Хикори нужны уличные лампы, и мистер Кобаяши подал на город суд. Вы обманули нас, а мы заставили ложь работать на нас. Чтобы всем было ясно, порядочные юристы никогда бы не пошли на такое. А я ненавижу порядочных юристов. Вы в деле. С понедельника приступаете к юридической практике. Круто. А как вы получили доступ к архивам? Там есть Айлин, которой я симпатичен. Чтобы получить пропуск в архив, достаточно иметь сладкий грудной южный акцент. Сладкий грудной? А что, вам прежде такого не говорили? До сегодня этот комплимент трагическим образом замалчивался. Я не буду ничего обсуждать. Отдайте мне диск. Ладно. Что это? Я сохранила копию на сайте. Оригинал уничтожила. Уничтожила доказательства? Доказательства проникновения? Глупо было бы не сделать этого. Там есть сервис закрытого доступа. Никто не увидит это видео, если я этого не захочу. Ты знаешь пароль? Да, говори. Нет. Нет? Нет, сэр. Если скандал разразится, тебе грозит отчисление. Скорее всего. Только по этой причине я вам разрешаю. Я не знаю, что на это сказать. Спасибо. Вообще-то есть и другая причина. Все утро таскать с собой пакет с остатками диска, только чтобы устроить это нелепое представление. Я сделал бы то же самое. Что?